7 мая, РИА Новости. Признание Иерусалима столицей Израиля и намерение США перевести туда свое посольство являются попранием международного консенсуса по этой важной проблеме, заявила первый замглавы МИД Пакистана Тимина Джанджуа. Признание со стороны США Иерусалима столицей Израиля, а также их планы перевести туда свое посольство являются попранием глобального консенсуса по этому важному вопросу, как это было отражено в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и Организации Исламского Сотрудничества. Представители различных континентов, культур и конфессий вместе противостоят этому шагу, сказала Джанджуа, выступая перед участниками 45-й сессии Совета глав МИД в Даке. Текст ее выступления опубликован на сайте пакистанского внешнеполитического ведомства. Как отметила дипломат, народ и правительство Пакистана в полной мере разделяют эти настроения. Наш парламент единогласно принял резолюции, решительно осуждающие это регрессивное решение, напомнила Джанджуа. Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. Ранее израильский министр по делам Иерусалима и культурного наследия Зеев Элькин сообщил РИА Новости, что на торжественное открытие в городе американского посольства приедут зять президент США Джаред Кушнер и министр финансов страны Стивен Мнучин. Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Воспроизвести видео. Воспроизвести без звука. Чурентиме 02.00 слеж продолжительность 02.00 загрузка 0% прогресс 0% тип потока в эфире уставшееся время минус 02.00 скорость воспроизведения 1 главы главы описания выкл. Выбрано описание субтитры выкл. Выбраны субтитры Chaption Settings. Откроется диалог настройки подписи подписи выкл. Выбрана подписи звуковая дорожка от Slowest полноэкранный режим TIS и самодал Window. Chaption Settings диалог Beginning of диалог Window. Эчапи уил чанчелянь члось ету индау. Текст чаларульте блачкрит грен блуэ и магента чан транспарент чи апак уэ семи транспарент бач грун чалур блачко тирит грен блуэ и магента чан транспарент чи апак уэ семи транспарент транспарент уиндау чалур блачко тирит грен блуэ и магента чан транспарент чи транспарент семи транспарент топак уэ фонд сизе 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% текст Эдгистелина Нерайсет Депресиду Униформ Дроп Шадоу Фонд Фамилы Пропортионал Санс Сериф Манаспачу Санс Сериф Пропортионал Сериф Манаспачу Сериф Чесуал Шрипт Смал Чабс Дефаульт Здани Мусульмане в разных странах протестуют против решения США по Иерусалиму закрыть видео закрыть окна ТИС и самодал Уиндау. Модальное окно можно закрыть нажав S или кнопку закрытия окна. Закрыть окна ТИС и самодал Уиндау. Модальное окно можно закрыть нажав S или кнопку закрытия окна. 11. ВКонтакте FHBAC Одноклассники Туиттер Уатсап Вибер Телеграм скачать видео скопировать ссылку получить код. Рубтла мусульмане в разных странах протестуют против решения США по